Дорогие друзья, от лица депутатов Ивановской областной думы сердечно поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек. Абсолютно уверена, никакие современные технологии не заменят общение читателя с печатной книгой. Поэтому сегодня библиотеки по-прежнему остаются центром притяжения многих поколений любителей книги. Без сомнений, в библиотечной сети региона трудятся инициативные, креативные люди. Вы стремитесь к постоянному развитию, используете новые форматы, работаете ярко и интересно. И сегодня в наших библиотеках проводятся форумы и мастер-классы, проводятся интерактивные конкурсы и лекции, интересные встречи и конференции. Сердечно благодарю вас за преданность культуре, книги, читателю, за ваш труд, нацеленный на просвещение и воспитание. Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю всем ярких впечатлений от новых книг, творческого настроя, благополучия и, конечно, крепкого здоровья.